250 школ в Венгрии выступили против реформы образования в стране, предусматривающей централизацию учебного процесса. «Я здесь ради своих внуков. У меня их шестеро. И седьмой вот-вот должен родиться. Я бы хотела, чтобы они получили хорошее образование при системе, которая поможет им подготовиться к настоящей жизни». Родители жалуются на большое количество ненужной информации, которая мешает детям получать необходимые глубокие знания. Они постоянно чувствуют себя уставшими. У них нет времени на дополнительные занятия и хобби, говорят родители. Министр образования Ласло Палкович не готов к дополнительным переговорам по вопросу реформ. «Мы не хотим отдельных переговоров. Круглый стол по вопросам государственного образования – достаточно хорошая платформа для дискуссий. Так что участники протестов могут туда прийти. Пусть придут и проверят там свои идеи». Учителя возмущаются засилием бюрократии, тем, что в последние 3 года после начала реформы системы образования им приходится заполнять большее количество документации, вместо того, чтобы уделять время самому учебному процессу и работе с детьми.